Бляха-муха. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Встала я в 7 часов. Вот. Пока полежала, сейчас встала я. Что хочу сказать, ребят. На улице хорошо. Сейчас пойду я обратно в этот, как его называют. Сейчас я умоюсь. Пойду сбегаю в этот магнит, возьму там кошкам, покормлю. Я хотела поблагодарить Наташу, Наташа с Краснодара, и Эмма. Вчера денежку кинули. Что хочу сказать-то? Не могу, мне башка обратно таблетку выпила. И сейчас Гуля найдет, я на Эму подпишусь. И что там такое? Ой, что-то обратно прислали мне на электронную почту. Сейчас я на Эму подпишусь. Вот. Спасибо вам за донаты. У меня состояние такое непонятное. Вроде спала. Я вчера 2 таблетки выпила от давления. Да такое давление у меня 160. Ну, башка, у меня сердцебиение было 102. Вот что. Ну, я вот много лет делаю массаж. Вот это левой руки подушечки. Это сердечное, а это давление. Ну, да, 160, ну, сердцебиение было. Схожу и буду это... Я сегодня, ребят, попозже выйду. Сейчас приду с магазина, покормлю там кошек. И это, что хочу сказать, вымою посуду. И это, и вымою все, больше ничего не буду, стирки нету. Сегодня какое число-то сегодня? 19-е. Три татушки. Вы знаете, там люди, я делаю контент. Кошек, не кошек я кормлю. Вам касается, это я в жилетовские говорю. Вам это касается, вы сидите меня втихушу, смотрите, идиоты. Кошек я кормлю, не кормлю. Вам какая разница? Вам какая разница? Вы меня лучше не трогайте, а то я вас трону. Угу. Угу. Кошек кормлю я. Сидят молодые, блядь, смотрят, кошек кормлю. Да, кормлю, и что? Это... Что хочу сказать? А, еще это... Зарина, тоже ей спасибо, Зарина, с Казани, тоже денежку переслала. Спасибо, Зарин, ей 29 лет. 3 детей у нее. Зарин, спасибо. Она на помаду мне. Сейчас пойду там. Я хочу красную. У меня есть помады. Что-то не то не могу никак выбрать. Сейчас пойду красную себе куплю. Состояние у меня не пойму какое. Вроде выспалась. Ой. Посуду набралось. Вымою посуду. Сейчас приду, вымою. Надо и в Товарково ехать. Не хочу. Поеду, мне еще 2 туфель сдать надо, и все. Подготовиться к весне. Ой. Ребят, спасибо, что подписываетесь, ребят. На этот основной канал. Смотрю на втором канале тоже. Чё это? Чё? На этот спасибо, что подписываетесь. Люди прибавляются. Вам низкий поклон, ребят, что подписываетесь. Я вам еще раз говорю, ребят, вы заходите ко мне на эфиры, пишите нормально, здоровайтесь с моими подписчиками. Естественно, у меня много ключников. Кто пишет гадости, естественно, я их, они банят.
Ну, Мафани, ладно, Мафани, он рейд делает. Там он своих этих выпускает. Школу коррекционную на перемену. Мафани, ладно, я на его каналы подписан. Я иногда подглядываю, хожу. Он там меня выкидывает. Ну и ладно. Мне приятно. Не манди, Мафаня. Вот, смотрю на второй канал, тоже нарезки ребят подписаны, подписываются. Хоть понемножку, но подписываются. Ребят, естественно, если у меня канал с 17-го года, если мне кто-то, когда я жила в деревне, мне кто-то подсказал вот этой хуйней-муней заниматься, естественно, я же в перископе сидела, снимала все, эфиры снимала. Ну, если мне сразу, это потом мне, когда уже там ерунда пошла в перископе, переходи в YouTube. Конечно, мне, я так на этот канал подписчиков, и неадекватный блогер мне помог, молодец. Ребят, подписывайтесь на второй канал у меня, там второй канал просто у меня нарезки с ТикТока. И смотрю, в ТикТоке тоже подписались, вот у меня было 35, сейчас уже 300 человек. Вот, ну а что еще, больше нихуя. Щи сварила. Я еще не ела и не хочу, блядь, в холодильнике. Картошки тоже. Картошку одну попробовала, селедку нет, нихуя, ничего не хочу, девки. Кофе надо налить. Вот. Не пойму состояние у меня. Сегодня пятница, сегодня потанцую я. Ну, конечно, бесплатно танцевать я не буду. Понятно? Мои телепузики. Сегодня потанцую. День рождения же скоро мне. Надо... Что-то Лёсик не выходит. Я ему писала, мне надо же это... Он сказал сделать. Ну ладно, он, наверное, занят. Он уже в этом Москве. В другой этот переезжает. Как его склад? У него мебель же. Поменьше там. Не знаю, что-то его там. На склад этот другой нашел, переезжает. Я его просила, чтобы он мне деньги вывел зарплату. Он сказал, я тебе сделаю, ничего не возьму с тебя. Ну, я ему сказала, за работу возьми 2-3 тысячи. Он говорит, Ольга Валерьевна, я с тебя ничего не возьму. Вот он мне зарплату выведет. И надо мне это, быстрее до 31 мая эту налоговую заполнить, декларацию. Что это такое было? До 31 мая декларацию надо заполнить. Ерундой занимается это YouTube. Ага. Какие-то там высчитывать проценты. Ну ладно, там крупный канал. Они зарабатывают нормально, с них можно высчитывать. Я только мелкий канал, я только зарабатывать начал. Когда у меня начал платить зарплату? С ноября месяц. Какой с ноября? В том году, что ли, когда мне Олег подключил монетизацию, Коля деньги выводил, первую зарплату вывел. Ой, блядь. Ага. Как вот это высчитывать? Ерундой занимаются. Вот мне надо до 31-го тоже эту декларацию заполнить. Ну, мне вот Федька молодец, ему тоже всем пришло. Вот Федька, вот канал, как его называется, друг 58, он мне выслал этого малого, там вот здесь в Ютубе, который объясняет. Я тоже подписан на этого малого, тоже давно, но я его не смотрю, там он объясняет постоянно про Ютуб, куда что нажимать там. Ну, надо его смотреть, это нужная вещь. Ну, он все рассказывает. Вот он мне выслал, говорит, только Валерина, вот, посмотри, как что. Ну, он и посмотрел, я посмотрела, я, когда я лазила в декларацию заполнить, я не туда нажимала. Там две штуки, вот так, оказывается, в нижнюю. Ну, ладно, это я сама заполню. Ну, только что вот Ленку попрошу, чтобы она мою фамилию, имя, отчество и адрес по-английски написать. Там надо английскими буквами. А я что, английский язык знаю, что ли? Ага.
Конечно, ребят, когда у меня был менеджер, вы сами знаете, ребят, один у меня был, там обманул меня с каналом, когда этот Шик, ну это давно было в деревне. Ну я же доверчивая, откуда я только начинала. Но он отдал канал мне, ну только просто так поступить, это Витя, Витя его звали. Какой его, может его и не Витя, а Федя с Казахстана. И это, как его, Олег мне молодец, хорошо помогал Олег. Олег мне вообще хорошо, он и канал мой продвигал, он, Олег неадекватный блогер, вообще не знаю, почему так получилось, он бросил меня, ну не бросил, ну может, наверное, ну ему времени нет, он и эфиры ведет, и работает, и буги-муги там, как его, а так он мне хорошо помог, Олег неадекватный. Потом вот Коля, его друг, Коля тоже, блядь, оборзел, паблик. Договорились с ним о зарплате пополам, когда он зарплату вывел мою. Он вывел же зарплату пополам. А то, что донаты мне еще слали, мало, сами знаете. Потом увидел, что мне донаты стали кидать много. Ну да, я живу за счет донатов, да. Я не скрываю, ребят, я живу за счет донатов. Он увидел, как Лёсик мне перед Новым годом дохуя накидал мне. Я пальто там ездил, пуховик покупал, да так жила. Гулька там, еще кто-то, не помню. Ну и пошло. Давай пополам донаты, мы же не договаривались. А Санча, вот это Санча. Санча, он правильно ему высказал, и все высказали ему. Ну ты сперва канал поднимай, подними. Амортизацию я сама могу включать, это Ленка мне показала. Ты развивай мой канал, потом будем договариваться. Я только начал, он и так сказал, Санча, он заступился за меня. Только начала она, я тоже могу ей бесплатно включать амортизацию. Ну, естественно, так никто не поступает, я только развиваюсь. Неужели есть такие люди? Ну, конечно, человек увидел, что мне донатов дохуя кидают. Да, я считаю, это для меня это хорошо. Я сама последним могу отдать. Я не жадная, но так поступать, извините. Я вообще, я лежала, когда мне этот сказал, Коля написал. Там и Гуля в шоке, и Ленка была, они стали писать. Ну, да. Вот поэтому у меня с декабря месяца и лежит зарплата, я не могу ее вывести. Ну, потому что телефон у меня, ребят, нету ноутбука. И Лёсик вот не выведет. Он сказал, я с тебя ничего не возьму. Но я Лёсику доверяю, я его давно знаю. Он нормальный, он сам обеспеченный. Что ему, нужны мои копейки, что ли? У него свой канал. Или канал мой нужен, сраный ему? Нет, у него свой канал, заебись. А я просто так доверяю людям. Нельзя сейчас никому доверить, даже родным своим, близким. Ага. Я своим трудом зарабатываю донаты. Ребят, вы что думаете, мне это легко? Я молодая, мне 55 лет. Я это, конечно, здесь и постарше сидят бабки по 80. Я зарабатываю своим трудом этим донатом. Сижу, думаете, мне это надо, вот это вот. И танцую. Как могу, так и зарабатываю. Вот он сам не мог определиться, у него свой канал, он определиться не мог. То он это, то игры, то и снимает. И со вторым каналом он тоже непонятно был. Фигура здесь, фигура там. Надо цель делать, цель надо определяться. Если у меня есть целка, контент делать. Я стараюсь, ребят, вы все видите. Пускай мне хуёво, мне вчера давление, но я сидела, я стараюсь. Что это такое, блядь? Что за хуйня, нахуй? Я стараюсь, свою цель делаю, добиваюсь, людей, блядь, собираю. Так же и в ТикТоке. Плохо, хуёво мне. Здесь жилетовы, блядь, обсуждают меня. Я на них чихала, блядь. Ну, кто-то обсуждает, это ненормальные. А кто-то, Оль, молодец делаешь. Я никому, ребят, жрать не хожу, не прошу. Никому, блядь. Я ни пьяный не хожу, нигде что. Это мой заработок.
А, конечно, видят люди чужие деньги, что кидают мне донаты. Конечно, я благодарю всех своих подписчиков и не подписчиков. Какие вот Эмма вчера. Эмма, спасибо тебе. Дай Бог тебе здоровья, Эмма. Да, да, я не скрываю, я живу за счет донатов ваших, да, и одеваюсь, да, и Аполлончик, спасибо тебе, солнце мое, с города Тюмени, да, он мне полностью одел, да, ребят, а я не скрываю, об этом никто не скрываю, не скрывает, да, я же у него не просил, он сам, да, я полностью оделась, мне вот это хватит, бабки старые. Ладно, не мандите. Ой, состояние у меня. Ну, просто я не могу. Вот с моей спиной так и это. Договаривались на такую сумму на зарплату, а потом донаты мои. Давай донаты пополам. Правильно Санчо высказал ему и девке. Ну, ты сперва помоги Ольге Валерьевне канал раскручивать надо. Правильно? Извините, я тоже монетизацию могу включать. Я, извините, здесь пашу. Всегда... Эй, нахуй. Ну, естественно. Я же не хожу, блядь, там, к Верке или как там. Не говорю, Вер, дай мне свои донаты пополам, давай. Я же никому, вот клянусь. Я вот некоторые идут там на канал подглядывать, там, посидеть просто подглядывать. Мне пофиг, кто сколько кидает донатом, люди, вот честно. Я не сижу, не записываю, не считаю. Что это такое? Что это такое? Ну да. А мои донаты сидят и считают, ебанутые. Я своим трудом это зарабатываю. Как мне там один подписчик, я вот обязательно Гульку попрошу, чтобы он мне нашел. Я его выставлю, поблагодарю. Он сказал, Ольга Валерьевна, клоун тоже работаю. Вот он мне написал там, вот идите посмотрите под каким-то видео. Клоун тоже работаю. Ну да. Чего? Вот мне, блядь, строчат люди. В WhatsApp мне строчат. Я просто хочу сказать, в чужом глазу бревно видят. Да, вот меня здесь жилет, мне, ну же люди мне говорят же. Про посылки говорят. Ну вы что, дураки, что ли? Я никого не прошу эти посылки выслать. Мне люди сами высылают. Да, и что? Да, я не прошу никого, они мне сами, это не только мне и всем, и что. Ну, такую хуйню говорят. Они, как я хочу сказать, в своем глазу бревно не видят, только в моем, блядь. Ну, что, за мной глядеть? Что за мной глядеть? Я, ребят, я вот это не пойму. Заводите канал, я вам покажу, помогу. Приходите ко мне, я вам помогу вести канал. Сделаем эфир, чтобы вам подписались. Зарабатывайте, старайтесь, как я, блядь, как другие люди. Вам не должно касаться, что я делаю. Хожу я кошек кормлю, не хожу, блядь. Сосу, не сосу, это и вас не должно. Я ни у кого не хожу, я у сына не прошу, я живу сама. Ну да, как хожу я кошек кормлю. Какая вам разница, кого я кормлю? Ага, за собой глядите, кто вы. Хожу я кошек, кормлю, не хожу. Не мандите, нахуй, не мандите. Заебали, блядь, что я делаю. Хожу кошек, кормлю, мне нравится. Кормить кошек. Сидите в тихушу и смотрите мой канал. Да заходите и пишите, только гадости не пишите, никто вас банить не будет. Блять, вот доебались до меня. Как же я интересный человек, блять, в жилетове, что за мной наблюдают. Что это такое вот здесь? Ой, блядь, какой я интересный.
Я еще раз говорю, ребят, у каждого канала свой формат. Понятно? Правильно? У меня канал плюс 18, развлекательный, все. Мой контент идет развлекательный. Больше никакого. Мне это не надо. Ни помидоры, ни огурцы, ни овощи. Пизда села на такси. Хуй на скорой помощи. У меня контент, канал у меня развлекательный. Так и написано. Как Олег настроил. Не надо там сидеть и выдумывать. И выдумывать. Кошек кормлю, не кошек. Какая вам разница, кого я кормлю? Если мне позволено, я буду кормить. Если мне подписчики кидают, я буду кормить и отчитываться. Понятно? Вы свои считайте деньги. Сидите. Вы работаете, а я работаю в Ютубе, мандю. И я не хожу к вам домой и есть не прошу. Дайте мне пожрать, блядь. Я не хожу и не прошу. Да, я не скрываю, да, я живу за счет подписчиков, за счет донатов. Да, я всем им говорю спасибо, низкий поклон, здоровья родителям, детям, им. Да, я не ворую. И что? Я не ворую. Я что, пошла к соседям, постучалась, дайте мне буханку хлеба? Нет, я тоже теперь могу кому-нибудь купить хлеб. Займитесь своими делами, займитесь, займитесь, не надо, я вас не трогаю, займитесь. Ну, это интернет, всю жизнь здесь обсуждали, но я всегда говорю, чья бы корова мычала, ваша бы молчала бы. Займитесь, мои в трусы не надо лазить, ковыряться в жопе моей, вы в своей жопе поковыряйтесь, а в моей не надо, я ее мою каждый день, утром и вечером, она у меня не пахнет. Понятно, что хочу, то и делаю на своем канале. Понятно. Ладно, ребят, давайте пойду я собираться, потом приду, буду мыться. Ой, посуду вымою, вымоюсь. Выйду сегодня, девки. Ребят, приходите ко мне. Ну, накипело, блядь. Ну, каждый день, как не выйдешь на улицу, ребят. Вот клянусь, у нас поселок маленький, мы про друг друга знаем все. Я как не выйду в поселок, в магазин, мне, блядь, одна встретится, вторая встретится, всякую хуйню говорит. Ну вы что, ебанутые, блядь? Ой, блядь, вообще. Ладно, ребят, давайте, приходите, сегодня я потанцую. Потанцуем, буги-муги. Кидаем донаты за танцы. У Ольги Валерьевны скоро юбилей. Это что такое, блядь, я не пойму, засос, что ли? Кто-то мне засос поставил. Ротан. Ротан, наверное. А его он дома, не пойму никак. Я не пойму, он дома или нет. Я ору, блядь. Да, и за ТикТок спасибо, ребят, что вы там просмотры делаете мне. Вот, там тоже у меня контент совсем разный, какой, не знаю, что в голову мне вбредет, там и снимаю я. Там тоже администрации что-то прислали мне с ТикТока, я не читал и не знаю, блядь, что-то там надо сделать, да нахуй. Не, а что мне там делать, у меня там еще рекламу не дали. А что-то они там про рекламу пишут мне, я вот это, надо почитать, правда. Мне прислали смс там, сообщение с ТикТока. Что-то про рекламу. На, я хули, я беру, удаляю. Надо почитать, может, они меня рекламу. Но у меня все подключено. У меня все подключено. Я проверила в настройках, у меня реклама вся подключена. Надо почитать все равно, что они там мне прислали. Пизду. Вчера я заходила вечером, лежала это там в ТикТоке смотрела. У Андрея сидела я вчера, у нашего калужского блогера. Ну, можно бы и Андрюху попросить, но тоже я его не знаю. Я знаю его по интернету. Ну, чтоб мне деньги вывело. Мне надо окно же ставить, ребят. Ну, он там на Билибино живет. Работает в Москве.
его смотрел, смотрю, Вика там. Ну, вчера неинтересно было, вчера что-то такое. Так лазила. Этот обратно попался мне. Джимми, блядь, танцевал своим этим передом. Ну, этот с Нижнего Новгорода, Рома. Вчера попался мне обратно. Кому он танцует, я не пойму. Ну да, в рекомендациях, блядь, он все еще. Девки, он в рекомендациях. Потом этого стала смотреть, ребят, появился, как его, миллионер-то Александр с Рублевки-то, который он в Ютубе, он психолог. Ну, там объясняет, а в ТикТоке он придурок. Смотрю, я теперь его смотрю каждый день, он же уехал отдыхать, я поняла, он в Китае, что ли. Ну, он так, еду китайскую жрет, показывает. Его, он не выходил, потому что, когда он репорт сделал, сказал это в Ютубе, я кого-то там обучает он, приходите, потому что я в пятницу-субботу уезжаю надолго отдыхать. Меня не будет. И я смотрю, он сейчас стал выходить. Ну да, показывает в Инстаграме все показывает он. Я смотрю теперь его каждый день, сторисы его. Ну, этот Александр миллионер. Чудак. Да не, ну он серьезный мужик. Просто в ТикТоке, он сказал, в ТикТоке там все мы чудим, клоунничаем. Ну, он и правильно сказал. Да-да, я теперь смотрю его в Инстаграме. Стал выходить, он все показывает, где он находится. Вот эту еду показывает, китайскую или корейскую жрет. Ну, в ресторанах дорогих, да. Ну, я поняла, он со своей женой, потому что кто-то его фотографирует, наверное, жена его. Ну, фотографирует его. Ну, все, там никого вчера не было. Ну, и я и заснула. А, в Ютубе полазила, Светки на день рождения продолжение смотрела. И сейчас утром смотрела. Ну, Светки Андрей, это канал. Светка и Андрей. Самвела посмотрела, там один эфир. Коля тоже. Коля, как всегда. Два геи, блядь. И это, Светка, у Колиной мамы 50 лет было. Позавчера гуляли. И они приехали домой, к ним, на Игрень. Частный дом, там продолжение. Татьяна Васильевна приехала. Как всегда, свои люди там сидят, она свою, блядь, вспоминает, любит хвалиться. Ну, Самвела, мамаша, блядь, Татьяна Васильевна, чудинкой. Ну и вот, и сегодня смотрю, тоже эфир посмотрела. Посмотрела эфир один на Игрене, тоже обратно сидит, вспоминает, как она за армяна вышла, как у Ирочка на ее хуирочка похожая. Ну да, ну, любит хвалиться там. Люди бы и сидели, посмеялись бы и попели. Ну, конечно, мне день рождения ее не понравилось, девки. Ребят, ну, не знаю. Такие миллионеры и такое. Идите, посмотрите. Ну, я с Украины, много подписано людей, я смотрю. Ну, мне нравится Украину смотреть там. Ну, прикольно, они свою жизнь показывают. Ну, мне не понравилось, как Коля выебоны свои, миллионер, и маме день рождения такой, ну, скучно. Скучно, девки. Она была в ресторане, они были, платье у нее темное, не ресторанское, но она здоровая, у нее мать. Ну, мне не понравилось. Скучно, не поют, не танцуют, скучновато. Там хвалятся перед друг другом они. Кто что подарил, серьги там, это. Ну, всякую ересь. Мне не понравилось. И вот вчера смотрела, как они уже на Игрене доедали ресторанов. Так и пишет Коля. Приехали гости доедать еду ресторановскую. И сегодня посмотрела. Там все молчат, одна Татьяна Васильевна. Чужой человек. Они и перебить боятся, наверное. А этот сидит, снимает. Ага, в гости приехали Татьяну Васильевну слушать. Ну и все. А, дядя Витю посмотрела сейчас две серии. Так и живет в этом доме. Ну, вот эти ребята, которые помогают, ну, помогают бомжам там. Дядя Витя. Дядя Витя так и живет, но последнюю сейчас серию посмотрел, мне кажется, он бухой там, пьяный. В своей шапке, как его, кто выслал. Дядю Витю. Доброе дело.
вроде бы называется, блядь, канал. Девки, я каналы, я их не запоминаю. Мне нравится канал, я там фиксирую в одном месте и смотрю. А как название, я забываю. Это Гулька все, блядь, знает. Дядя Витя там живет. Чудак, блядь. Ну, видно, что он... А этого не посмотрел, Андрюху. Не-не, Андрюху еще не посмотрел, что там бабка Галя. Андрюху не посмотрела я. А и все, больше никого. Кого я еще? А никого еще не смотрела. А, мама отличненько посмотрела я. Там вот в Ютубе сторис. Но я ее смотрю в этом, мама отличненько, Лена Павловна, в Инстаграме. Я ее там смотрю. Так она похудела, я не пойму. А она как так похудела-то? Или это так увеличивает, ой, уменьшает телефон? Она правда похудела, ребят. Но она повыше ростом меня. Блядь, заебали рудники. Ну, она полная, как и я была, блядь, она. А сейчас идите, посмотрите, лицо у нее. И, ой, ну она похудела. Или она операцию сделала, не знаю. Ну да, она похудела. Она Василек показывала. Василек это, чтоб выслали ей. Блядь, девки, она похудела, пипец. Интересно, что она делает. Я не знаю, ребят, я думаете, вот ем, что ли? Нет. Я вот утром кофе попью и один раз... Я не ем, блядь, нахуй, девки. Вы что думаете, я 10 раз в день ем? Нет. Да ладно, не мандите. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ну да, она похудела. Блядь, пиздец. Ну, наверное, операцию сделала. Жир выкачала. Ну, а как похудеть? Ой, ладно, давайте, все, ребят. Я выйду попозже, дела сделаю. Выйду попозже, ребят. Будем танцевать. Будем танцевать и не мандите. Будем делать бизнес, будем делать бабки. Ладно. Ну а что, ребят, я такой человек, я высказала в лицо. Да, я всех благодарю, всех-всех, кто мне донатит, это низкий поклон, сейчас тем более пост идет, потом я поеду обратно в Калугу и в церковь зайду, ребят, обратно за здоровье всем вам поставлю, мои зайки, всем-всем за здоровье, спасибо, что вы мне помогаете, не бросаете, я не скрываю, что да, а я не могу работу здесь, меня не берут здесь, я в деревне живу. В Пердичево называется деревня. Ну, нету работы. Куда-то ездить далеко. Это тоже деньги. Это надо зарабатывать 70 тысяч, чтобы ездить куда-то. Да, поэтому я вам говорю, девочки, замуж не выходите за деревенских. Как живете в городе, так и живите. В городе тоже можно найти. Ой, ладно, мандеть, хватит. Все, давайте, приходите вечером. Я всех поблагодарила. Сейчас я, Наташ, пойду, ты мне выслала, пойду я куплю в Магните. Ну, там подешевле, и кошек накормлю. На твою сумму я буду, сейчас куплю я и здесь буду кормить. Никуда не буду ходить, вон он, 16-го дома, их там 150 штук. Ладно, давайте, все, до вечера в эфире. Встреча в эфире до вечера у Никитских ворот.